Я думаю, мы все рады опять быть в доме Господнем. I think we're all very happy to be back in the house of the Lord. Видеть друг друга. To see one another. Общаться друг с другом. And to have fellowship with one another. Я думаю, что мы все соскучились друг по другу. And I think we all miss one another. И слава Богу, что Бог нам дает эту возможность быть сегодня в доме Господнем. And praise to our God that He gives us the opportunity to be in this house with Him today. Но при всей той радости, которую мы имеем в общении друг с другом, мы не должны забывать то или того, кто объединяет нас всех. We shouldn't forget or forget the one who actually joins us all together. Чтобы мы не забыли Иисуса Христа, который мы только что пели. That we would not forget Jesus Christ, the one that we just sang about. Чтобы Иисус Христос нас всегда объединял. That Jesus Christ would be the one who joins us. Чтобы Иисус Христос руководил нами. And so that Jesus would lead us. Чтобы Он направлял наши мысли и чувства. And so that He would lead our feelings and our works. Не всегда это так получается у нас, правда? And of course, it doesn't always happen like this. Дорогие братья и сестры, я думаю, ни для кого не секрет. And I think it's not a secret to anyone. Что мы живем в такое особое время. That we live in a very particular time. Время, если мы посмотрим на это, в этот мир.
When we look in this world, тому увидим большие изменения в этом мире. We see great changes around us. В экономическом, политическом смысле, в общественном смысле. In the economic, the political, and just in the communities in general. Общество меняется. And the general public, the way things are changing. Ценности людей меняются. We see changes all around us. И очень часто или в большинстве своих случаев эти изменения к худшему. And for the majority or the major part, these things that are changing are actually for the worse. И мы должны быть очень внимательны сами к себе, that's why we need to be attentive to ourselves. Чтобы эти негативные влияния или изменения не увлекли нас за собой. So we wouldn't be impacted by these negative things and we wouldn't change with them. Чтобы Иисус Христос или достоинство, или это звание христианина, чтобы оно всегда было в нас, чтобы оно оставалось неизменным. Я желаю прочитать нам сегодня известное место. Да вся Библия нам известна, не правда ли? And I want to read us a place we probably know about. Of course, we should know everything in this scripture, but this particular place. Я думаю, что Библия для всех известна. I think или that we то, что написано в Библии. We all know. We find it quite, I guess, common, or it's well known to us. What's Я хочу прочитать из Откровения второй главы. I want to read from Revelation chapter 2. С первого стиха и ниже я прочту все послание этой церкви, а потом мы, может, только вкратце порассуждаем о некоторых аспектах. I want to read the whole, I guess, passage that was directed to this church, and then I want to focus on a few of the places. Я думаю, вы сможете читать на экране, на русском, на английском. Read with the English on the projector. Откровение, вторая глава, с первого стиха. Verse 1, chapter 2 of Revelation. Ангелу Ефесской церкви напиши. Можно сказать, ангелу Аделаидской церкви напиши. Можно сказать, Александру напиши. To Alex, write these things. Ивану напиши. To Ivan. Маше напиши. To Mary. Каждому из нас лично. To every person individually. Это послание Господь посылает каждому из нас лично. This letter, it's written to every person individually. Так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Кто это? Кто это говорящий? Who is this person talking here? Я думаю, мы все понимаем, что это Иисус Христос, наш Господь. I think we all understand it's Jesus Christ, our Lord. Я думаю, мы все понимаем, что это тот, которому мы принадлежим. We understand it's the one who we belong to. Который имеет право на нас. The one who has the right over us. Он нас избрал. He's the one who's chosen us. Он нас искупил. And he's the one who's redeemed Он нас приобрел себе, и Он имеет право нам давать указания. He has brought us to himself, and he has the right to also recommend or give these words. Не просто высказывать просьбу или желание. And I guess he's not asking, I guess, for our choice in this. Он может давать указания, but he can actually give потому что Он есть Господь, Он есть Властелин. Because he is the one that's above all. Господь говорит так, знаю дела твои. Знаю дела твои. Господь знает мои дела и ваши дела. Все дела каждого из нас. I know your works, he says. И труд твой, и терпение твое. И то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Хочу обратить внимание, что здесь в этом стихе как бы от двух, два направления имеет. Он говорит, Господь говорит, ты не можешь сносить развратных. Those who are the corrupt, the liars. То есть можно сказать, этот мир, он нам не естественно, то, что в этом мире неестественно, это неприемлемо для нас. It's not something that should be accepted by us, this world. То, что развратное в этом мире или в обществе, оно не должно быть приемлемым для нас. Those things that are liars and corrupt, those things shouldn't be, I guess, an access. We should be taking those things on. Он говорит, ты не можешь это сносить. It's like you're not allowed to, you're not supposed to take these things on. И я подумал о нас. And then I thought about us. Как быстро мы привыкаем к тому развратному в этом мире, который мы когда-то не могли сносить, но вдруг мы привыкаем, и вроде уже и так, не так черно все.
And I thought to myself that, you know, there was a stage where we would be just so off-put by these things of the world that it was corrupt, we wouldn't go near them. But then we get used to it, we take these things on, or we just learn to bear them. Вторая часть этого стиха, Господь говорит, что ты испытал тех, которые называют себя апостолами, то есть духовная часть жизни. Ты испытал учение, проверил, ты нашел истину. Насколько мы занимаемся этим в своей жизни, каждый лично. And how much do we check, and how much do we do this in our lives? Чтобы проверять учение, проверять то, что духовную весть, которую мы слышим, чтобы понять, истина это или ложь. That we would examine those spiritual things that are said to us, that we would see if they're true or if they're lie. Третий стих. Verse 3. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, а если не так, то скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Господь Иисус говорит нам, дает нам обетование. Lord Jesus gives us a promise. Обетование того, чтобы быть в Царстве Божьем, в раю. And the promise is that we would be in His kingdom, чтобы вкушать in His paradise, от этого древа жизни. That we would be able to eat from this tree. Но Господь говорит, что это будет это достояние того, который побеждает. But for this person, it's someone who overcomes. Побеждаю ли я сегодня? And so we ask the question, являешься ли ты сегодня победителем? Are you one who overcomes? Are you an overcomer? Или мы зачастую являемся побежденными? Or are you one who gets overcome? Интересно, что в этом отрывке Господь Иисус Христос, обращаясь к церкви, and it's interesting when we examine this, that in this passage, the Lord Jesus, некоторые вещи говорит в прошедшем времени. He says things in a past time. Он говорит, я знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, что ты не можешь назвать развратных, это то, что у тебя есть, это есть сейчас. He's looking at the works, the good things that they've done, the way that they are, that they like, that they dislike the things that are of this world, or that are corrupt. Но в третьем стихе говорит, ты много переносил. He says, but then he says, you have persevered. Ты когда-то это переносил. You persevered at some stage. Для имени моего трудился for my name, you и не изнемогал. Became, you became weary. Но что с тобой сегодня? But what has happened with you today? И я думаю, из этого послания Ефесской церкви, мы недавно с братьями рассуждали об этом. We looked at with the brothers recently on this place here about the Ephesus church. Мы много говорим о том, что Господь сказал, ты оставил первую любовь твою. We underline this verse where we say that you have left your first love. И мы рассуждаем и думаем, что же это за первая любовь такая? And we look at it and we research it and we think, well, what is this first love? Это может те чувства, которые, когда я уверовал, maybe it could have been those feelings that I had when I first believed. Когда я познал Господа, when I first когда knew я получил the Lord, спасение, when I received salvation. И мы рассуждаем о том, что же это за первая любовь такая. Но сегодня хотел бы вкратце подумать, если с вашего позволения, не обращать внимания на это слово, маленькое слово «первый». And I just want to, just with your permission, take away that word, the first, out of the first love in verse. Тогда можно прочитать так, четвертый стих. So in verse 4, we can read it as such. Но имею против тебя то, что ты оставил любовь твою. Nevertheless, I have this against you, that you have left your love. И я думаю, что в этом-то суть этого стиха. And I think this is the essence of this verse. Что Господь говорит церкви, ты оставил твою любовь. Where he's saying to the church that you've left your love. У тебя что-то было. You had something. Теперь этого нету. And now it's gone. И это ты оставил. And it's you that left it.
И звучит даже так, нам как-то, что это по своей воле ты сделал. Господь Иисус Христос укоряет. Он говорит, я имею против тебя. And Jesus is rebuking. He's saying, I have something against her. Если муж или жена, ваш муж или жена, но я, если жена или дядя, или тетя, брат или сестра, если кто-то подойдет и скажет, слушай, я имею против тебя. If someone close to your husband, your wife, your uncle, your sibling say something to you like this, that I have something against you. Какие у нас сразу будут чувства? How do we feel in that moment? Если кто-то подойдет и скажет, я имею против тебя. Or if someone comes up to you and says that I have something against you. Я думаю, мы неизбежно сразу ощетинимся. I think that we would protect ourselves and stand back. Мы насторожимся. We might be on guard. Что такое? В чем дело? Что случилось? Я не виноват. You might stand back and you go, well, what have I done? What's going on here? Не правда ли, что вот это вот наше естественное чувство, когда кто-то начинает говорить, я имею против тебя, у нас сразу первое чувство то, что я не виноват. And this is our first reaction that, well, I'm actually probably not at fault here. Я ни при чем. I've done nothing wrong. Я еще даже не знаю, что мне хотят сказать, но у меня уже есть то чувство, что я не виновен. I don't even know what they're going to blame me for yet, but I know that I'm right. И вот здесь Господь Иисус Христос говорит мне и говорит тебе, and Jesus says to you and me, что я имею против тебя. That I have something against you. И я думаю, к этому мы должны прислушаться. And of course, каждый we have из нас, и каждый из нас. Господь говорит здесь, в этом месте, церкви, говорит, я имею против тебя, что ты оставил твою любовь. И мы можем сказать, ну это Господь говорил Ефесской церкви. We can say, of course, that, or Jesus was saying this to the church of Ephesus. Но я думаю, что стоит проверить каждому себя, имею ли я эту любовь сегодня? But I think it's worth examining for ourselves. Или я оставил эту любовь? Что же это за любовь такая? So what is this love? И зачастую мы думаем, вот, когда говорим о первой любви, что это ну, мое чувство к Иисусу Христу. When we think about this first love, we think about the feelings that are towards Jesus. Может чувство к ближним, которое любовь, какое-то умиление к ближним. Maybe our feelings towards someone close to us, maybe our humbling or our relationships. Но вот если мы откроем Евангелие Иоанна, but if we open up to John, 15 главу, chapter 15, мы можем прочитать то, о чем говорил Иисус, или как Иисус говорил о любви. We can then see what Jesus said about love. Если будем читать Евангелие Иоанна, 15 глава, John chapter 15, 7 стиха прочитаем. Verse 7 стиха, 15 главы Евангелия Иоанна. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». If you abide in me, and my words abide in you, you ask what you desire, and it shall be done for you. Правда, нам всем хочется, хотелось бы, что не помолюсь, что не попрошу, получу у Бога. I think we would desire that no matter what we would ask for from God, He would give to us. Что не пожелаете, просите, и будет вам. It says that whatever you may ask, it will be for you. Вот одно маленькое но, или одна маленькая предпосылка к этому. But there's a but, and there's a condition. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут. If you abide in me, and my words abide in you. 8 стих. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, пребудьте в любви моей. Здесь 9 стих Иисус Христос говорит о пребывании в любви. In verse 9, read about that abiding in that love. А во второй главе Откровения мы прочитали о том, что оставил любовь. Revelation 2, read about that love that was left behind. Вам не кажется, что это взаимосвязано? And I feel like this is tied in together. Прибыть и оставить. To abide and to leave. Можно или быть внутри здесь, в зале, you can either be inside here into this или church, оставить этот зал и пойти на улицу. Or you can leave this church and go outside. Можно быть в доме, вне дома. You can be in a house, inside of a home. И вот здесь в Откровении мы читаем, ты оставил любовь.
In Revelation we read about that leaving of that love. А здесь Христос говорит: прибудьте, пребывай в этой любви. And in John 15 we read about that abiding, that you would abide in this love. Прибудьте в любви моей. You would abide in His love. 10 стих. Verse 10. Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблю заповеди Отца моего и пребываю в Его любви. То есть пребывать в любви, Господь Иисус Христос сам говорит и ставит себя в пример, как Он пребыл в любви Отца. And we are shown an example of how to abide in that love by fulfilling the Father's commandment, as Jesus did. Христос говорит, я исполнил или исполняю заповеди Отца. Я делаю то, что Отец говорит. Christ said that I do what the Father asks me. I have kept those commandments. И Он говорит, и повелевает нам, и имеет право на то, чтобы мы соблюдали Его заповеди. And we are told to do the same. We are to fulfill those commandments and keep them. Он говорит, если мы эти заповеди Христовы будем соблюдать, if we keep those commandments of our Lord Jesus, это пребывание в Его любви. Then that is abiding in His love. И если мы обратим внимание, также я не буду еще раз читать в Откровении 2 главе, Иисус Христос в церкви говорит, или каждому лично говорит о том, как выйти из этого неправильного положения. And if we go back to Revelation 2, we can see that we're given the advice of how we can get out of that situation. Как исправить это? How we can fix this. И мы часто думаем, ну надо возбудить в себе какие-то чувства, чтобы так почувствовать, как я раньше чувствовал. И это, конечно, хорошо иметь те чувства, что были раньше. Но Господь Иисус Христос говорит, если ты оставил твою любовь, but Jesus is saying, if you've left that love, если ты перестал исполнять заповеди Господни, if you stop fulfilling the commandments of the Lord, то первое, что необходимо сделать, покаяться. Господь Иисус Христос говорит, покайся. Вспомни, откуда ты не спал, или вспомни, что ты перестал делать. Обрати внимание, или вспомни о том, что ты перестал исполнять заповеди Господни. Он говорит, покайся. И начни делать те дела, которые ты раньше делал. And do those works, do those things that you used to do. То есть исполнять заповеди Господни. In other words, fulfill and keep those commandments. И здесь в Иоанна мы читаем, что Господь говорит, если мы пребудем в этом. And in John we read that if you abide in this. Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей. Keep my commands, you will abide in my love. И это необходимо сегодня для нас, дорогие братья и сестры. Как я вначале сказал, что этот, мы живем во время, когда мир очень меняется. Общество меняется. Ценности общества меняются. И все к худшему. Этот мир разлагается. И мы живем в этом мире. И жизнь в этом обществе, работать в этом обществе и учиться, это имеет влияние на каждого из нас. И мы должны быть внимательны к тому, чтобы не потерять эту любовь. Чтобы не потерять эти заповеди Господни. Чтобы нам иметь право на древо жизни в Царстве Божьем. Дорогие братья и сестры, я думаю, мы все понимаем, что наша жизнь здесь временная на земле. И что наша жизнь на земле порой заканчивается очень быстро. Сегодня, может быть, я жив и здоров. А завтра неизвестно, в каком состоянии будет мой рассудок.
condition may be. Завтра я не знаю, не могу гарантировать о том, смогу ли я порассуждать о воле Божьей. Tomorrow I can't guarantee that I can really study and think about. Бог дает нам сегодня. Бог дает нам сейчас. И Господь призывает нас к тому, чтобы мы обратили свое внимание на свою жизнь. Чтобы мы проверили основание своей жизни. Чтобы мы хранили эти ценности Господни. Чтобы этот закон, эти заповеди Господни, чтобы они были во мне. Чтобы они были моими заповедями. Чтобы я их соблюдал. Чтобы они касались меня. Чтобы это было моей жизнью. Чтобы этот разлагающийся мир не имел влияния на меня. Чтобы каждому из нас войти в Царство Небесное. Дорогие братья и сестры, обратимся к Господу нашему в молитве и попросим, чтобы Господь помог нам уразуметь все это, и чтобы нам в конце своего жизненного пути перейти в те небесные обители. Аминь. Будем молиться.